Ксюша. Я могла бы и наклеить просто наклеечку сюда. Давай. Ну-ка. Всем привет. Доброе утро. Погода вот такая вот. Дождь идет. Ну, не видно на камере, но дождь очень сильный. С самого утра. Еще не все проснулись. Я решила быстренько навести тесто на блинчики. Чуть-чуть совсем, просто позавтракать. Вот, пока они все потихонечку встают. Маргарита еще спит. Я быстренько. Каролина тоже спит. У нас две за Сони. Я сегодня встала пораньше, потому что мне нужно было домонтировать видео, которое девчонки снимали. 24 часа. Поменялись питомцами они. Вот. Видео загружается. Я в 9 часов встала. Быстренько домонтировала. И вот сейчас загружается. Привет. Чё ты смотришь? Тикток смотришь? Посмотрим, что Маргарита делает. Спит. Привет, Вань. Ванечка. А зачем носок взяла? Дай сюда. Дай носок. Вань. Носок украла. Дай сюда. Почему всегда дырки на нельзя носках? Да, вот я тоже так смотрю, думаю, почему дырки на носках? Вот почему. Вот почему дырки на носках. Вань, где поводочек твой? Ну-ка ищи. Ищи, где поводок. А? Где поводок? Нельзя с носками играть. Ну вот и Маргуша проснулась. Как поспала? Хорошо? Нет? Не очень? Блинчики будем печь? Я жду тесто. Ну чуть-чуть, немного. На завтрак только. У нас есть что-нибудь? Мы сгущенку съели, да? Угу. Ничего, у нас варенье только есть. Так, сейчас я буду тестировать вот эту лопатку. Посмотрим, как она будет переворачивать блинчики. Хорошо. Замечательно. Работает лопатка. Смотри. Собака гулять хочет? Нет, к бабушке. Понятно. Best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna say. Так, все, накрываем на стол. Я уже заканчиваю. Вот столечко получилось. Ну, нам по завтраках хватит. Сейчас еще штучки 2-3 и все. Спасибо. С вареньем будем кушать. Здесь малина, вишня, красная смородина. Так, убери собаку со стола, пожалуйста. Убери со стола собаку. Но с вареньем тоже хорошо. Вкусно. Так, вот раз, два, три, четыре и пять. И все. И Бонни тут как тут. Так, а я сейчас буду гладить. Глажу я вот так на столе. Да, я себе не могу до сих пор купить гладильную доску. Она у меня была, но она у меня поломалась. В общем, я уже не знаю сколько месяцев глажу вот так вот на столе. Никак не на глаза мне не попадается гладильная доска и не куплю ее. Но. Ладно, можно и так погладить на столе, в принципе. Так, я сейчас буду рисовать. Вот так получилось. Мне просто вот это не понравилось. Я могла бы и наклеить просто наклеечку сюда. А сейчас я еще одну буду рисовать.
Правда, туфли не так уж и хорошо получились. Вот. Вот, смотрите, вот так он у меня получается. Мне просто туфли очень не нравятся. Вот так вот. Мне волосы очень нравятся, платье, ну туфли. Девчонки в лайк снимают. Смотрите, как у нас погода поменялась. Я утром показывала погоду, какой дождь шел. А сегодня вон. А сейчас не облачко, все разлетелось. Небо голубое, солнышко светит. Просто замечательно. На солнышке тепло, а днечке прохладно. И девчонки тут в лайк снимают. Маргарита на улицу ушла. И Ксюша взяла ее телефон и снимает. Просто лайки у нас, получается, у Маргариты в телефоне. И в другой телефон я не могу переключить. Пишем пароль, логин, все правильно, и он почему-то не переключается. Поэтому мы лайки только снимаем на Маргаритин телефон. Пока Маргариты нет, Ксюша снимает вместе с Каролиной. Где мячик? Быстрее бегом, быстрее мячик. Где мячик? Быстро, быстро. Давай мячик поиграем. Давай, 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 давай. Ну-ка. Давай, давай. Вот собака любит мяч, а? Самая любимая игрушка. Так гавкает звонко. Ксюша, давай, давай, пинай. Побегали немножко, я тут собралась туалет мыть и видео снимать на ТикТок. В общем, кто еще не подписан на мой ТикТок, ну он наш семейный. Мы все там снимаемся, но в основном я снимаю уборку сейчас в последнее время. Бонь, ты где? Вот сейчас буду снимать. Телефон заряжается. Прикусила, теперь болячка. Больно? Нужно помазать. Очень. Спроси у папы, у него где-то была специальная мазь. Иди спроси. Так, теперь буду мыть эту ванную комнату. Она не такая уж и грязная, мы редко ей пользуемся, поэтому я вымою здесь очень быстренько. Мне уже жарко с этим пароочистителем, конечно. Как в сауне. Как будто в сауну сходила. Жарко, не могу. Смотрите, у нас есть такой слоник, и Бонька за ним охотится. А мы ей не разрешаем, что она его поломает. Она его не поломает, а порвет. Порвет. Слоник. Смотри, какой слоник. Я тебе нравится? Слоник. Все, Кики у себя дома. Мне вода выпьется, как я знаю, что. Угу. Почему? Не надо, не надо. Поставь на место. Водичку поменяй. У меня корм пинцет. А что ты ей даешь? Пинцетом ты ей даешь покушать. День наш подходит к концу. Макс, иди ложись. Давай маме телефончик. 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 Сейчас. Ксюш, давай. О, правда, не надо убедить. Чё ты прыгаешь? Ты готов уже? Ну-ка, зубы покажи. Почистил? Не выпал еще? Дай. Ой, у него там зубик шатается.
Скоро будем выдергивать, да? Помнишь, Макс, тебе выдергивали? Нет, арива. Да, помнишь? Нет, внизу выдергивали, вот тут аваху. Внизу. Помнишь? Ниточка так, тык, и все. И ты дырка. Все, уже вырос новый. Всем пока. Все, у меня как раз батарейка садится. Что? Все, всем пока.